Друзья, всем привет! Как пришла долгожданная посылка моя, очень я ее ждал, но пришла очень быстро, относительно быстро. Как видно по логотипу, это 3D принтер Tarantul. Да, очень я его ждал. Как видно, коробка большая. Давайте посмотрим. Сейчас я ее беру в сторону. Давайте откроем ее. Я заказывал ее в распродажу 11 числа. Пока отгрузили товар, пока приняли на почте. Время прошло, а сама посылка очень быстро долетела. Долетела, а потом через 4 дней за 9 доехала. Так. Что же у нас здесь такое? Давайте посмотрим. Ага, это еще одна коробка. Теперь она нам не нужна. Так, опа, какой красавец, какой значочек. Так, давайте. Ага, тут скрыт. Коробка, как видим, не помята, отлично выглядит, даже просто вмятин нету, хотя нет, чуть-чуть есть. Ну и здесь, да, скорее всего, лента пережата была. Так, что же у нас здесь находится? Так, я так понимаю, это инструкция. Давайте посмотрим. Так, со штрих-кодом. Ага, это ссылки на видео. Очень удобно. Так, здесь описание. Так, это комплектация. Я, конечно, потом пройду по ней. Сравню. Так, что у нас здесь еще? А здесь у нас установка, все по пунктам, все подробно. Так, где же картинка? Да, вот она картинка, как он будет потом выглядеть. Да, черный на черном, конечно, не сильно смотрится, но мне тем понравилось, что он очень устойчивый и много положительных отзывов. Скорость большая, может достигать до 150 миллиметров в секунду. Опять же, там зависимость, скорее всего, от сопла, от размера сопла. Но тем не менее, очень неплохие, плохая заявка на победу, так скажем. Так, как видно, у нас здесь это стол, скорее всего. Ага, в подарок еще шли пыла, филамент, две катушки. Я цвет не указывал, какой прислали, такой прислали. Ну, там, скорее всего, можно было бы еще попросить у продавца цвет определенный. Так, что же, это основание. Так, здесь шнуры идут. Это, концевики это. Это тоже соединяющие провода. Так, давайте посмотрим, что же у нас дальше. А дальше у нас, ага, дальше у нас, это у нас стол. Да, USB кабель, трубка, если не ошибаюсь, по которому идет нить. И сам красивый такой
стол нагревающий алюминиевый. Так, алюминиевый. Я так понимаю, такой где-то 2 миллиметра толщиной. Я думаю, он гнуться точно не будет. Слышал, что у некоторых гнется стол. И не очень им нравится. Так, давайте все по-быстрому я положу, чтобы потом не перепутать. Так, первый слой мы достали. Давайте, что же нас ждет дальше? Какие сюрпризы? А дальше сюрпризы, как видно, здесь находятся двигателя, 4 штуки. И, как видно, название сборки. Тут всякий инструмент. Очень хорошо, я думал, надо будет покупать. Так, экструдер. Видно маленький. 0,4 сопла. Хорошо. Как видно, набор всякий для сборки. Части. Под ними тоже зажим. Ролики. Так. Это оплетка проводов. Опять ролики. Так, что же у нас? Опять детали. Конечно же, это надо будет все чистить. Но ничего страшного. Так. Это лента. Опять пружинки всякие, болтики, фланцы. Так. Так. Уложим. Здесь у нас блок питания. Так, какие параметры у нас? Так, видно, 12 вольт, 20 ампер. Вполне неплохо. Так, еще у нас здесь. Ну, как видно, как, в принципе, здесь, я так думаю, к деталям, которые надо прикручивать, запасные расходники. То есть этот пакетик к этим деталям, скорее всего, чтобы не перепутать. Хотя по инструкции все будет понятно. Также вот здесь у нас есть детали. Также свои расходники. Я думаю, очень удобно. Да не думаю, так и есть. Так, давайте посмотрим, что же у нас есть еще. Опа. Очень мне нравится вот эту. Вот эти все прокладки. Они мягкие, не повредится ничего. Даже если бы было помято, внутри бы деталям ничего не было бы. Все классно сделано. Как видно, здесь нам профиль. Так, в принципе, если видно, немного скругленный. И по ним ролики должны очень хорошо бегать. Так, давайте я подложу пластик. Так будет лучше видно. Ну, не совсем, конечно, хорошо. Если так. Так. Как видно, здесь опять же части и к ним расходники. Чтобы не перепутать и потом не искать, что, какой, куда. Все, в принципе, на месте. Так, что-то новенькое, кроме расходников. У нас, ага, сама плата какая маленькая. Я думал, она будет больше. Сама плата, куда подключают. Я так понимаю. Так. А где же те же драйвера, двигатели. Так. Очень непонятно. Это на экструдер, вентилятор. Так, ну ладно, я разберусь. Так, посмотрим здесь. У нас просто болтики.
Кстати, хочу попробовать, как же ролик будет по профилю кататься. Давайте посмотрим. Так. Так, ну никак. В принципе, я думал, оно будет глубже садиться. Но, в принципе, колея хорошая. Я думаю, будет хорошо ездить. Ну, практика покажет. Так, направляющие. Давайте я все положу, чтобы не потерял случайно. Так, здесь у нас рамка под экранчик. Да, я такой прям хотел. Крутящийся. Кнопка крутящаяся. Не хотел отдельными кнопками. Хотя кто-то их ругает, что быстро перескакивает. Ну, посмотрим. Здесь же зумер для помещения. Так, а здесь болтики. Кабеля для экранчика. Так, а там больше нету. Так, давайте я сложу это все. Так. Опа. Все хорошо, хорошо. Так. Ну, в принципе, и все. По поводу материнской платы, может, я что-то перепутал, я потом сравню с инструкцией и полную комплектацию проверю, чтобы все было на месте. Ну, не должен продавец обмануть, хочется надеяться, конечно. Опять же повторяю, классный принтер, устойчивый, да. Конечно, как он недорогой, в принципе, чуть дороже Прушей, но тем не менее, опять же, говорю, более устойчивый стол, опять же, алюминиевый. Ну, если кому-то стало интересно, подписывайтесь на канал. Опять же, я буду снимать отдельную сборку, плюс разные проекты буду распечатывать. Буду стараться выбирать интересные. Будет много всего интересного, связанного с 3D принтерами. Так что подписывайтесь, мониторьте выход новых видео. Будет очень интересно, и вы не будете разочарованы. Ну, на такой оптимистичной ноте я буду заканчивать. Ну и все. Пока-пока.